согласно статистике за проведенного анализа за 11 месяцев, в городе Краматорске совершено 1623 преступления. И согласно анализу, это на 138 преступлений меньше, чем в прошлом году. Все нарушения, которые совершаются на территории города Краматорска, в основном совершаются в местах массового скопления людей. Больше всех преступлений у нас совершается на улице Парковой, но это в основном тянет крытый рынок. Это такие преступления, как воровство личных вещей, как из карманов, как из сумок, как воровство самих сумок, когда люди их оставляют без присмотра. Также много преступлений совершается в транспорте, тогда, когда люди достают кошельки, расплачиваются за проезд и забывают закрывать сумочки, либо оставляют это сверху. Этим пользуются карманники. По времени преступления, тоже согласно анализу, статья 185, кража, тайное хищение личного имущества, происходит с 10 утра и до 22 вечера. Ну, в основном все это время, когда движется народ. Опять же, львиная доля всех преступлений совершается на территории рынков и массовое скопление людей. Предметами посягательства становятся телефоны, деньги, предметы золота. Если совершено преступление, и вы об этом узнали, то чем раньше вы об этом сообщите, тем быстрее выйдет наряд милиции, тем быстрее, тем больше шансов раскрыть это преступление по горячим следам. Поэтому не затягивайте, сообщайте как можно быстрее в милицию.